Добрый день, дорогие друзья! Приветствуем вас в поселке Витязево. Это город-курорт Анапа, один из его районов. Мы находимся на пересечении угол Черноморской и Пролетарской. Здесь находится столовая «Мария», обзор на которую попросили вы в комментариях снять, и мы ее сделаем. Поддержать на поесть по номеру телефона донатище. Ну, не поддержите, мы с голода просто сдохнем, и все, не будем вас мучить своими видосиками. Да? Да. Пойдем. Она угловая, это столовая. Напротив находится магнит косметик, чтобы вы ориентировались. И пойдемте посмотрим, что здесь есть. Я уже снимал неоднократно эту столовую. Мы в летний период времени, да и сейчас уже здесь работает открытая кухня, шашлычок. Также ребята делают куры гриль и все остальное. Сама столовая довольно-таки большая. Очень красиво все смотрится. Мебель прям классная. Там разливные напитки. Также есть холодильничек, ну и сама раздача выглядит довольно-таки аккуратно и приятно. Здесь есть подносики, ложечки, салфеточки, что важно, чтобы положить туда вилочки, ложечки. У нас Оксана все накроет, а мы пока пробежимся, посмотрим по ценникам, что почем. Вот так вот выглядит холодная раздача. И здесь можно увидеть, какие блюда есть. Рыба минтай 90 за 100 грамм, окорочок 95 за 100 грамм, морской язык 125 за 100 грамм, суп с фрикадельком 120-300 грамм, 70 рублей за борщ 300 грамм, суп лапша 75 рублей, суп гороховый 70 рублей за 300 грамм и солянка 135 за 300 грамм. Дальше мясо по-французски 130 за 100 грамм, филе куриное под соусом 120 за 100 грамм, мясо по-французски куриное 120 за 100 грамм, филе куриное в клеве 120 рублей за 100 грамм, рулет куриный 130 за 100 грамм, тефтели 1 штука 75, желудочки соус 120 за 100 грамм, сердечки соус 130 рублей за 100 грамм, печень соус 130 за 100 грамм и картофель по-итальянски 75 за 100 грамм, жаркое 100 рублей за 100 грамм. Дальше у нас сосиска отварная, 1 штука 60, гуляш, 1 порция 150 рублей, котлета по-киевски 160, бризоль 160 рублей 1 штука, котлета домашняя 100 рублей 1 штука, котлета мини 100 рублей 1 штука, пюре 70, 150 грамм, макароны 55 за 150 грамм, 55 рублей за 150 грамм это гречка и рис 150 грамм с 55 рублей. Ну, в принципе, все цены есть на телевизорах, которые здесь находятся сверху. Я вам вот так покажу, чтобы вы все разглядели, увидели. Если что, ставьте на паузу. Ну, а так я практически все ответил. Ценников не увидел я на прилавке, только на салаты, но вот они здесь все уже обозначены. Так, я выбрал соляночку. Оксана себе уже взяла салатик греческий. Пицца один кусочек за 100 рублей, либо целая 555 рублей. Пицца красиво смотрится. Пепперони за 550 рублей. И также есть выпечка. Проходите мимо, взяли кофе с собой и пошли. Здесь вы можете сверху увидеть основные блюда и то, что есть. Даже можно гиро-шаурма, куриный гриль уже заказать. Эта вещь, ребятки, это мухоотпугиватели, чтобы вы не переживали, что это. Вот наш плата и цена. Как тебе вид? Симпатично, мне нравится. Светлая, классная столовая, в плане того, что угловая, нам как бы приятно и светло. Давайте пробежимся по меню. Что почем? У нас суп-солянка 135, гречка 55 рублей, гуляш из говядины 150 рублей, американо я взял за 80 рублей, рулет куриный 130 за 100 грамм 260 вышел, сок за 45, салат греческий 150 рублей, итого 875 рублей. Начинаем процесс дегустейшн. Свежий. Это прекрасно. Греческий салат, самое главное, чтобы было свежий. Попробуй сырок еще. Как? Отлично. Мы начнем нашу дегустацию с соляночки. Я думаю, что первое блюдо надо разогреть желудок. И смотрим. Ну вот состав. То есть мясо, огурчик, оливки, лук. Картошки тоже не наблюдаю. Так что солянка хорошая, сборное мясо разных видов здесь лежит. И попробуем. Мясо здесь, я даже почувствовал шашлычок, то есть оно такое прям вкусное, насыщенное, прикольно. Вот прям отлично, понравилось. Теперь попробуем гречу. Гречу я попросил с гуляшом, гуляш говяжий. Мне сказали, что мясо прям распадается на волокна. Действительно кайф, оно растаяло во рту, даже вот жевать не пришлось, я счастлив. Не обманули, общайтесь всегда с девочками на раздаче, и тогда вас накормят 100% вкусно и классно. Самое главное блюдо, сложное, которое у нас сегодня, это рулет куриный. Отлично, отрезали. Это вкусно. Все самое главное, друзья.
Я наелась очень вкусно, спасибо большое. То есть столовая тебе понравилась? Да, очень. Пришла бы сюда еще раз? Я хочу выразить благодарность их персоналу, хорошо отнеслись. То есть обычно бывает там кто-нибудь недовольный, там не снимает и так далее. Я вам все показал без запретов и всего остального. По еде все очень вкусно, что я съел. Я также бы сюда пришел еще раз, потому что мне все понравилось. Я знаю, что среди моих подписчиков эта столовая очень популярна, поэтому я жду отзывы от вас. Сейчас в меню еще не все блюда. С 1 июня они говорят, что уже будет все работать. Потихонечку люди появляются, и количество блюд возрастает. Из года в год Марию хвалят. Так что ждем и от вас отзывов в комментариях. По поводу того, что мне в прошлый раз под видео написали, что типа сколько тебе заплатили за рекламу столовой. Вы видели, здесь я оплачивал сам столовую. В некоторых местах меня угощают, но не в одной столовой. Вот, еще я никогда не взял денег за обзор столовой. Потому что для меня это важно. Я повар, знаю, насколько это сложная работа и тяжелая. Стоять в жару возле плиты, и совесть мне не позволяет это делать. Тем, кто угощает, от души спасибо. Всем остальным, ребятки, просто разрешайте снимать, мы сами заплатим, благодаря в том числе моим подписчикам. Они сами выбирают. Ну вот, еще один плюсик копилка – это столовая.